冷风吹一整夜，刺痛了谁的双眼，黑夜中低垂忽明忽灭，爱还留在指尖，怎么却松开明天，谁一步一步跨入了深渊，地狱人间消失界限，善恶连结怎么分辨，想着谁，他是谁。Сили, как долго собираешься спать? Ты должен проснуться. Ты мне ничего не сказал и должен извиниться за это, или я буду злиться. Старший брат, я хочу проверить мастера. Тебе надо поспать. Лидзя, может пойти посмотреть, как там Чача? Пожалуйста. Вы можете уйти. Пусть у них будет немного своего времени. Пойдем. Ты проснулся, Сили. Я позову врача. Слышал меня? Почему мне ничего не сказал? Это ужасно. Не смейся. Ты здесь еще спрашиваешь о дне рождения? Сначала тебе нужно поправиться. Когда тебя выпишут, я устрою тебе шикарный день рождения. Хорошо, у меня уже есть план, я расскажу тебе. Смотри, тема твоего дня рождения — облака. Не перебивай меня. Я придумывала тему с глубоким смыслом. Сейчас озоновый слой Земли разрушается. Рост выбросов углерода приводит к глобальному повышению температуры. Так что разве не здорово, что мы поспособствуем охране окружающей среды во время празднования?
Все будут в одежде, похожей на облака. И они дадут тебе подарок, связанный с облаками. И они должны сделать одну вещь для охраны окружающей среды. Например, проехать на велосипеде, подняться по лестнице. Когда тебя выпишут, пойдем посадим дерево, хорошо? Попрошу кого-нибудь починить. Его нужно исправить. Когда ты включишь свет, он должен ярко гореть. Я сейчас вернусь. Я быстро. Если что, нажми на кнопку. В палате 401 сломан ночник. Пожалуйста, замените лампочку. Сожалею, мастер не работает ночью. Я подам заявку на ремонт завтра. Нет, это нужно сделать сегодня. Это ночник, он не влияет на основное освещение. Он мерцает, это зловеще. Страшно. Сходите на первый этаж за лампочкой и замените ее сами. Пожалуйста, поторопитесь, спасибо. Давайте. Нет, это не тот тип. Пожалуйста, поспешите, спасибо. Без проблем. Последняя. Черт. Все в порядке. Распишись. Напиши свое имя. Время смерти 21 ноября 2018 года. 1 час 33 минуты. Вы член семьи? Извините, распишитесь здесь. Мы старались изо всех сил. Сили, спасибо, что оставался со мной. Ты должен жить хорошо, иначе мне будет страшно остаться одной. Сили, расслабься. Несмотря ни на что, я не брошу тебя. Даже когда ты состаришься и не сможешь ходить, я буду рядом и позабочусь о тебе. Сели. Свет горит. А ты знал? Иногда я видела, что тебе нелегко.
Я хотела спросить, был ли у тебя рецидив, но не осмеливалась. Не хотела думать об этом. Я много раз говорила себе, что ничего не случится, если не буду думать об этом. Но это все равно случилось. Сели, ты сказал, что не оставишь меня. Ты нарушил свое обещание. Ты нарушил свое обещание. Почему Ча-Ча еще нет? Время пришло. Старший брат, пожалуйста, подожди ее. Время никого не ждет. Идем, пойдем вперед. Скорее. Это прекрасное место. Сели должно понравиться. Старший брат, ты снова заблудился? Невозможно. Это то направление. Старший брат, у меня уже ноги болят. Дай мне мастера. Я же говорил тебе чаще тренироваться. Немного прошли по горной дороге, а ты уже устал. Почему читаешь мне лекции, словно старик? Мы идем не в ту сторону? Я не ошибаюсь. Это то самое место. Вода спереди и гора сзади. Я не могу ошибаться. Вы опоздали. Чего так медленно? Госпожа, вы уже здесь? Мы ждали тебя у подножья горы. Зачем? У меня у самой ноги есть. Несите дерево. Госпожа, все готово. Ты его первый ученик. Ты сделаешь это. Это его последняя воля. Он хотел пустую табличку. Мастер пытается сказать, люди приходят и уходят пустые. Пойдемте. Четыреста раз в день. Сделав половину, ты остановишься? Ну же! Ноги врозь, на ширине плеч. Прыгай вперед-назад по ступеням. 50 раз. Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Сорок семь, сорок восемь, сорок девять, 50. Хорошо. Сейчас прыгай через ступеньку. Отсюда наверх. Начинай.
На сегодня все. Устала? Было тяжело? Вспоминай это чувство. Чем яснее, тем лучше. Только так ты полностью попрощаешься с прошлым. Идем. Сделаем растяжку. С каждым расставанием я чувствую, что часть моей жизни закончилась. Со смерти моей мамы до моего приезда в Гонконг. Кажется, я пережил больше горя, чем другие. Когда я только встретил его, я слышал, что он занимался земледелием 180 лет и готовил тысячелетний говяжий суп. У него было два ненормальных ученика. У кого есть здравый смысл, подумает, что он мошенник. Но позже я понял, что он самый чистый, самый ласковый человек. Он не мог говорить, поэтому он общался глазами. Он много работал, чтобы заботиться обо всех вокруг, но и не хотел их обременять. Я все еще помню, когда я впервые увидел его, он был похож на мудреца, симпатичный. Его настоящее имя было Сяо Си. Но девушка, которую он любил и о которой заботился, дала ему отличное имя. Си Ли. На кантонском языке это «хороший Сай Лэй». Сожалею, извините, извините. Go!
Ребята, магазин говяжьей лапши снова закрыт. Что я могу сделать? А где босс? Куда он ушел? Можешь сделать одолжение? Моя мама приехала забрать меня, и я уезжаю в Англию. Пожалуйста, скажи боссу, чтобы дождался меня. И спасибо за старый скейт. Я скоро закончу учиться. Здравствуйте, вы госпожа Джан Чача. Вам посылка. Тема твоего дня рождения — облака. Все будут в одежде, похожей на облака. И сделают подарок, связанный с облаками. Мастер сказал, что хочет съесть ангмей. Старший брат, что случилось? Мастер, неужели он никогда не вернется? Неужели мастер мертв? Мастер не умер. Мастер, он ушел в другое место. Когда-нибудь мы встретимся с ним снова.
Ча-ча? Это подушка. Мой подарок на день рождения. Бессердечная. Опять выпила столько вина. Разве не знаешь, что это вредно? Я просил тебя выйти за меня замуж, а ты не захотела. У меня много богатства, но не для тебя. Прости, Чача. Я солгал тебе. На тебе нет никакого проклятия. Я просто... Не хотел, чтобы ты уходила от меня. Не хотел, чтобы ты влюблялась в других. Если он тебе нравится, иди к нему. У этого паренька низкий IQ. Признайся ему. Не будь осмотрительной. Говори прямо. Иначе он не сможет понять. Ча-ча. Мне пора. Правда, я ухожу. Обещай мне, что позаботишься о себе. Я еще не попрощалась с ним. Я еще не попрощалась с тобой. Я еще не попрощалась с тобой. Прощай. Сели, прощай. Сели. Прощай. Если он тебе нравится, иди к нему. Один. Ты женат? Ты пьяна? В разводе? Я холост, не женат. Хорошо.
Давай будем вместе. Прямо сейчас, немедленно. Не приму отказа. Я отвергнута. Ча-ча! Оставь меня. Отправляйся спать. Притворись, что меня не было. Скорее, скорее, сегодня большой день, мы не можем опоздать! Раньше они были такими же, как мы. Они плакали, смеялись, любили, боялись. Теперь они покинули нас, оставив свои имена и воспоминания тем, кто их любил. И они оставили нам свои тела. Хотя они не могут говорить, они наши молчаливые учителя. Неважно, как их раньше называли, теперь у них есть одно имя. Общий учитель. Спасибо за ваш вклад в медицинскую науку. Спасибо. Пойдем. Я хочу увидеть его снова. Это формалин. Каково это? Очень холодно. Кожа трупа, пропитанного формалином, становится твердой. Особенно пальцы. Я помню свой первый урок анатомии. Мне потребовалось много усилий, чтобы рассечь пальцы. Я был так взволнован. Я схватил свою однокурсницу и закричал, что я рассек ему пальцы. Все однокурсники вокруг смеялись надо мной. Я никогда не забуду. Мой первый порезанный палец, принадлежащий старому дедушке. Я не знал, кем он был. Да я и не знал, откуда он. Я только помню температуру его последней минуты. Его расплавили в формалине. Я помню, как мой учитель сказал, что смысл жизни не в его форме, а в том, что он оставил миру. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что помог мне с Цянвэй. А ты? Почему ты не сказал ей «да»? Не будь таким, как я. Не сожалей. Она мне нравится. Значит, я должен быть более ответственным с ней. Я не знаю, кем я стану. Буду ли опасен? Если все в порядке, я ей сразу же скажу.
и буду заботиться о ней до конца своей жизни. Но если будет что-то не так, я только надеюсь, что она сможет забыть меня. Он расцвел. Да, расцвел. Помогите, 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 помогите. Помогите мне, помогите, помогите мне вызвать полицию, помогите. В больницу, пожалуйста, отвезите меня в больницу. Да, в полицейский участок, отвезите меня в полицейский участок, умоляю. Вызовите полицию, вызовите для меня полицию, умоляю вас. Позвоните в полицию, пожалуйста, вызовите полицию. Вы не можете фотографировать на месте преступления. Опустите камеру, спасибо. Никаких фотографий на месте преступления, никаких фото, никаких фото. Пожалуйста, сотрудничайте с нами.穿过迷雾，越看清楚才越恐怖。每条新路，越被孤独才越冷酷。如果退一步，就能被救赎。让我陪你走出每一条陌路，打开伤痛。在你身边等你倾诉，山河之间灵魂可有人来摆渡，如果偏执的人也有温度，我愿伸出双手等你来握住。原来真相就藏在每道冷漠目光，爱到无法自拔才会让人变疯狂。我愿如一道阳光穿过你冰凉眼眶，抚摸你心中最深处的荒凉。在每道冷漠目光，爱
爱到无法自拔，才会让人变疯狂。我愿如一道阳光，温暖你有了有寂寥的胸膛，把所有悲伤都融化成